Итак, всем привет! Сегодня я решил выехать прокатиться, но не просто так, а есть две идеи, которые я хочу сегодня сделать. Первая идея – это протестировать пыльники, ну точнее защиту вилки от пыли, которую я сегодня придумал вдруг. Вот, протестить, как будет пыль туда попадать на вилку, как это все будет очищаться и есть ли в этом какой-то смысл. Вот. Ну а вторая идея — это проехаться в одно место, где я обычно иногда проезжаю, там прикольная такая тропинка небольшая, и там недавно упало дерево, точнее не дерево, а отломилось от дерева здоровенная ветка. У нас был ураган недели полторы или две назад, я вот там катался, и вот теперь это бревно лежит там и мешает проходу и проезду. Ну, в принципе, людей там мало ходит, но проехать как бы можно было и просто перейти, но мне хотелось бы попробовать его распилять. И если, конечно, это у меня получится, я немножко сомневаюсь в этом. В принципе, ветка там не сильно толстая, ну и не сильно тонкая. Вот. И сейчас, наверное, я туда съезжу и попробую ее убрать. Ну и заодно там как раз такая дорога проходит на той трассе, где я катаюсь. Ну, тропинка такая, где много песка, и в принципе как раз протестится вот эта вот замечательная штука. Такие поролоновые кольца, все знают, что вот сюда попадает очень много постоянно пыли, грязи, всякое залетает, песок, поэтому я взял вот обычный поролон и склеил его между собой суперклеем. Ну и вот так вот как-то это даже забавно выглядит. Если покрасить в черный цвет, то вообще будет незаметно. Вот. Ну и как бы посмотрим, насколько оно будет собирать пыль. Потом это, может быть, я покажу. Вот. А сейчас, наверное, поехали. Было опасно, только разогнался слишком сильно и, блин, не вписался немножко в поворот, не тормозил, меня понесло юзом, но в принципе все нормально, жесть. Так, надо и так будет. Такой предусмотрительный знак того, что что-то может пойти не так. Вот прям так складно получилось. Ну ладно, ничего, думаю, все будет нормально.
Еще на жопу приключений сегодня. Надо быть аккуратнее. Ну я практически уже у цели. Я надеюсь, ветер не будет мешать. Вроде ветер не сильный. Проедусь как раз по этой песчаной трассе. Блин, левое кольцо поролоновое слетает, не держится. Но я его как-то там примостил, видимо, слишком большой я отрезал по диаметру, он не держится. А с правой стороны сидит мертво просто, отлично. Ну и такая фигня иногда бывает, когда ты вот начинаешь браться за какое-то дело, и вначале у тебя происходит реально какая-то фигня, вот такая, как вот было со спуском, где я спускался и чуть не влетел. Вот это вот не всегда, но бывает предвестник того, что вот как бы знак, что ли, что может что-то пойти не так в дальнейшем, ну, в ближайшее время, даже в ближайшие, может, час-два это может длиться. Вот я за собой такое замечал. Ну, вроде бы, я ничего такого не должно произойти, я просто проедусь по дороге, там даже не быстро, и там упасть практически невозможно. Вот, и все, что мне нужно, это прокатиться и отпилять эту чертову кусок бревна, и все. Честно говоря, я вообще не планировал вот ехать по той траектории, которую я сегодня поехал, но вообще ехать по другой дороге. Ну, что-то вот это вот так вот, этот спуск меня натупил конкретно, я не знал, в какую сторону ехать, куда ехать, что делать. Вот, ну ладно. Сейчас начнется эта вот дорожка. Так, по поводу неудач, вот только что проехал эту трассу, кнопку я как бы нажал, запись, но я не посмотрел, пишется ли запись. И вот когда приехал к месту, обнаружил, что я проехал, прокомментировал там что-то, всю эту трассу небольшую, а запись-то не записалась. Вот вам и небольшая неудача. Ну то все, в принципе, ерунда. Сейчас буду все заново делать вторым дублем. Вот же, блин. Да, я, кстати, тут не ездил по низу. Обычно поверху ездил. Здесь довольно-таки прикольно. Все
все так заросло. Заросли такие туннельные, люблю такие места, прикольно. Вот начинается песочек, корни там его чуть занесло. Крышки у меня так довольно-таки неплохо, песок выгребают, поэтому, в принципе, не особо проблема. Так, вот здесь песочек такой. На третий переключаемся. Корни всякие. О, прям тропинка, по которой я прям проехал. Так, ну вот, одна ветка большая валяется, упавшая. Там не надо, нам не нужна. Идем дальше. Довольно-таки много песка. Так, ворлоновые колечки сидят на месте. Вилки. Вилка уже вся в песке. Попробую купить. Сильно быстро тут не разгонишься. Какие-то корни, то песок. Я замедляю. То, в принципе, можно втопить так неплохо. Так, ну что-то в колесо попало, да? Хотя вроде бы... Круто. Песочек опять. Участок больше всего мне нравится. Он узкий, туннельный, прикольный. Вот и выход. Качусь назад. Так, в общем, приехали. По идее, я должен был мчаться вперед и вылететь, я не помню, в какую сторону, прямо и потом налево. В общем, вот это дерево, оно мешает. Была гроза, ураган, и вот это вот дерево, от него ломилась большая ветка. И уже тут давно лежит, недели две-полторы. Так, теперь надо попробовать ее как-то убрать. Фух, сейчас отдышусь. Так, сейчас я немножко отдохну, покажу упавшую ветку. Это не столь важно. Так, ну тут красиво так, в принципе. Красота, лесок такой. Клево. Немножко себя на фоне этого леса. Так, я надеюсь, вел никто не сопрет. Он там сзади меня. Так. Сейчас посмотрим, что можно будет сделать с этим поленом. Смогу ли я его переплить? Что-то я сомневаюсь как-то. Так, велик стоит. Вот здесь вот. Он так красиво сделаем. Вот такой
О, реально превьюшечка такая будет. Он скриншотик сделаю. Так, ну вот ветка такая, в принципе. Она не сильно толстая. Ножовочка у меня старая. Даже не знаю, что из этого получится. Но сейчас буду пробовать. Так, вот такая вот комары. Да, тут комары летают, ё-моё, уже присосались. Вот такая вот ножовочка обычная по дереву. Сейчас будем пробовать, как она будет брать. Я ее немножко наточил, но что-то я сомневаюсь, что мне это сильно поможет. Вот, но надеюсь, что все будет окей. Так, никого нету, никто, надеюсь, не будет мешать. Так, я сначала попробую отпилять тонкую часть, чтобы толстую потом, не знаю, было легче пилять, чтобы она потом отваливалась. Мне бы где-то в самом тонком ее месте бы перепилюкать. Так, интересно, как она, фокус правильно. Перепилять бы ее в самом тонком месте. Если я вот здесь вот попробую перепилить ее. Ладно, пытаюсь. Да, очень-очень туго идет. О, здесь стреет. Да, что у нас застреет-то? Никто мне не скажет. Отлично, велосипед упал. Ладно, здесь он ничего не перегнулось. Тут бы топорик не помешал. Да, ну ладно, я буду пилять, и там посмотрим, что получится. Так, я до сих пор все пиляю. Тут подложил вот такую вот ветку, потому что начинает прогинаться и пилка застреет. Блин, меня покусали красные муравьи. Фу, просто жесть немеренная, все ноги покусаны. А, ползает. Блин, печет. Ё-моё, их здесь столько. Блин, выбрал местечко. Так, ну я решил пилить вот так вот две полоски, иначе закусывают пилу. Так пропилил тут, потом пропилил тут. Удивление, в принципе, пыляется быстро. Вот так вот. Ну, продолжаю. Большой момент истины. Что-то там начало трещать, и оно сейчас должно поломаться, по всей видимости. Уже такой большой промежуток пройдет. Давай. Так. Пилу отдай. Пилу отдай. Закусила. Пилку-то. Мою отдай. Так. А что ты упала? А что ты упала? Так, ну это уже тут не помогает. Не знаю, тут с этой стороны как-то. А может нафиг его? Да ну. Вот так вот оно. Совсем чуть-чуть на коре держится. Сдавайся, я тебя победил. Да, 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 я тебя победил. Такой вот кругляшок, сырой я еще. Так, а что теперь?
Так, может его не пилить, а просто, взять руками и сдвинуть куда-то. Или туда, или сюда, не знаю. Надо попробовать сейчас. Фух, немножко устал. Муравьи. Муравьи покусали. Гады. Ладно. Вроде идет все нормально. Так. Так, ну чуть-чуть его сдвинул. Сейчас пробую еще. Вот так вот. Опа, опа, опа. Давай, я почти тебя сделал. Ну что ж такое? Не хочет. Упирается, баба. Что-то там упирается. Ну, в принципе. В принципе, по большому счету, проход открыт. Можно ехать. Не, ну вот это меня. Вот это мне не нравится. Оно там уперлось в деревяшки. Ладно, сейчас посмотрим. А! Что это такое? Какие-то розы какие-то, колючки такие. Гася. Сразу комары налетели. Мешает. Ладно. Фу. О. Блин. Пауэрбанк мой. Отсоединился. Я совсем про него забыл. Сейчас бы. О! Ну что ж ты, зараза такая колючая. О! Какие-то колючки. Ладно. Пауэрбанк нашел и хорошо. Сейчас бы оставил в лесу его. Так, ну все вроде бы. Эту ветку победил. Отличненько. Вот такая вот штука. Так, ну она где-то там упала. И оказывается, вот. Вот оно. Вот оно отсюда отломилось. А я думал, что оно отломилось вот от этого дерева. О, прикольно, нифига себе, оно высокое. Вау! Какой видок! Красиво. Так, ну все, теперь можно чать. Я просто. А! Не сюда, во! Я помню поворот налево и прямо. Теперь нужно проехать вот еще разочек оттуда и полностью выехать уже туда. Так вообще-то я изначально и планировал, но потом я пришел сюда. Здесь лежало вот это вот. Так, ну, решил вот так вот еще сделать. Сяду на собственный трофей. Вот так вот. А, блин, пила там осталось. Ну ладно, вот. Вот он мой трофей. Я его победил, я его спилил. Как бы это странно ни звучало. Да, посижу немножко, отдыхну и проеду еще раз трассу. Теперь главное не принести к себе домой в рюкзаке этих. Это тряпочка этих муравьев. Так, сейчас попытаюсь показать этих ползучих гадов. Немножко макро. Вот они тут. А, комар. Ты что ж ты? Зараза. Да иди ты. Ползают тут. То всюду мне уже ноги позалазили. Так, вот тут где-то я пилял. Вот она стружечка. И они здесь, зараза, ползают. Они здесь так вот повсюду ходят. Красные муравьи, они щипаются. А вот их не гнездышко. Вот они прямо оттуда и повылазили. Да они тут повсюду. Так, выдвигаюсь к месту
старта для второго заезда и уже покажу полностью заезд. А пока, ух, прикольно. А пока надо вот сюда вот выехать. Оп. Свет. Не знаю, ну что это делать? Просто прикалывать, наверное. Так, вот такой вот видочек еще. Оттуда я приехал. Ну, здесь делают насыпь, чтобы красиво было потом. Старым рулем было легче проезжать, он у меня был узкий, этот широкий. Пески, опять очень много песков. Буду попробовать пытаться проезжать. Очень много песка. Смотрите, вон участок на меня. Глядет на песок. Я вообще сюда не планировал ехать, но очень сложно остановиться, кататься. Как поедешь куда-то и все, и понесло тебя. Ехал туда, сюда, и туда, куда. Я не планировал. Останавливаешься только тогда, когда уже сил просто нету. А уже едешь домой, а пока есть силы, катаешься. И понесло меня по таким дебрям песчаным и таким зарослям. Почему бы и нет? Ух. Решила остановиться немножко, перевести дух. В принципе, я не устал. Можно было еще пилить, пилить и пилить. Но о чем я хотел сказать? О том, что если куда-то едешь, думаю, я поеду туда. Вот так вот кружочек сделаю, вот там вот сделаю то, сниму вот то. И все, приехал, сделал то, потом думаю, ну, поеду вот туда. Туда, сюда, и как понесло, и поехало. Сложно остановиться, кататься, когда у тебя есть силы. И останавливаешься только тогда, когда у тебя уже сил нет. Думаешь, уже вяленький такой, едешь домой. Вот так вот. Уэлик мой, уэлик. Мы с уэликом. Солнце прям в глаза светит. Так, а ну и да, как бы посмотреть колечки, вот эти вот, я его затолкал туда, вроде не сползает. Так, ну вилочка не сильно в песке, это так не видно, но песка маловато, вот здесь вот песка. Так, провод отойти, тут сейчас макро нет у меня, к сожалению, переключаться не буду, но здесь песочек, как бы да. И вот это вот поролоновое колечко должно все его. Мне интересно, как потом будет там. Может, вечером приеду, посмотрю. Может, не вечером, может, завтра утром посмотрю. О, точно. Почему бы не попить воды? Так. Так, опять песок. Ехать
Вот в эту корню. Ух, я и заехал же. Это прикольно. Опять песочек. Давай. Ух ты. Быстро, быстро. О! О, стартанул. Ой, давай, песочек. Преодолевание песчаных препятствий. О, тут можно переключиться. Надеюсь, камера все видит. Дебри. Реально. Это жесть. Лупинка прикольная. Что-то меня укусило, не знаю. Оу. Я сломал какую-то палку рулем. Я просто трясит. Да ё-моё, в руку как укусило, больно. Если тут еще дорога, потому что она где-то заканчивается. Прекращается. Раз испытание для пыльничков, для поролоновых колец. Это выход, конечно. Да, в принципе, тут все выходит на дорогу. Тут, в принципе, место классное, но уложены бетонные плиты и едешь как по спиральной доске. Очень некомфортно и разогнаться невозможно. Сюда буду поворачивать назад и ехать в другое место. О, давайте посмотрим местечко вот здесь вот. Голова не упасть, не надо так близко приближаться, это может быть опасно. Такие вот видочки тут красивые, тут типа плавают, этот гребля, короче, находится. Здесь находится гребля. Ну, в той стороне. А, он железный. Там на арматуре сделано. Вот такая вот красота. Вода мутная. Тут можно рыбу половить. Даже я вижу, там что-то плавает. Да, красота. Эта тропинка не предназначена для езды по на велосипеде, но почему бы и нет.
Так, ну я решил прокатиться по этой насыпной косе. Надеюсь, проблем никаких не возникнет. Просто проедусь. Смотрим гусей, как они там поживают, лебеди и все такое. Не знаю, слышно ли на камеру, но это кричат павлины. Ну а здесь у нас неподалеку есть озерцо такое, ему уже очень много лет. Когда-то маленький я ходил на него, ловил рыбку, таких карасиков с ладошку или чуть меньше. Довольно-таки прикольно было. Потом его закинули, забросили, загрязнили, потом очистили. Ну сейчас вот такой вот рыбы тут как таковой особо нету, но в принципе посидеть, посмотреть, отдохнуть, в принципе, неплохо.
А на этом моменте, наверное, буду заканчивать свое видео. Прокатился, честно говоря, я не накатался. Ну и в общем, до следующих видео. Всем пока!